Сокровища донских степей из уникальной археологической коллекции Ростовского областного музея краеведения. Сегодня открывается в музейном центре палаты. Искусство эпохи ранних кочевников, скифов – это золотые ожерелья, браслеты, перстни, бусы, монеты, оружие, украшения для конской упряжи. Всего около 1500 предметов. А главное украшение коллекции – реконструкция парадного женского головного убора с золотыми накладками. Этот и многие другие предметы были обнаружены в одном из самых богатых скифских погребений на юге России. Кстати, эта богатая коллекция уже демонстрировалась даже за рубежом – во Франции, Шотландии, Германии и Японии.